Обсуждение природоохранных вопросов в новом формате. Надзор за исполнением законодательства при сбросе сточных вод, обеспечении населения питьевой водой и другие темы обсуждают теперь на форуме. Его организовали Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура и прокуратура Чувашии. В работе принял участие глава республики Михаил Игнатьев. С подробностями Родион Архипов. Загрязнение сточными водами рек в Волжском бассейне остается одной из самых болезненных экологических проблем. По результатам прокурорских проверок, основные нарушения – отсутствие разрешительной документации на сброс, значительное повышение установленных нормативов допустимого сброса, а также нарушение производственного контроля за качеством сбрасываемых стоков. В течение прошлого года выявлено около 1500 нарушений на территории Волжского бассейна. Тем не менее, совместная работа власти, общества и бизнеса в Чувашии позволяет не только держать экологическую ситуацию под контролем, но и добиваться позитивной динамики. Те технологии, которые сегодня применяются, то, что уже построено, и то, как используется, и какое количество денежных средств, это высший класс. Мы будем об этом говорить во всех субъектах. Здесь есть чем учиться, и я не сомневаюсь. Мы еще лет 5-7, и здесь будет, как всегда было. Вот, если я не ошибаюсь, городу, наверное, будет порядка 550 лет скоро будет отмечаться. Да? Здесь остановились, по разным версиям, там, воеводы, князья, чтобы попить чистой воды. И это будет образец. Здесь надо брать, и как делать чистую воду. Со стороны органов власти эффективно, конструктивно взаимодействие с прокуратурой, с природоохранной прокуратурой делали все, привлекали всегда общественников, и будем также с честью и достоинством все эти мероприятия выполнять. Одним годом это не завершится. Это всегда, пока человек будет жить, этими вопросами мы все должны заниматься. Следующий год объявлен президентом России годом экологии. Итоги форума в дальнейшем будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, уполномоченными органами государственной власти, представителями экспертного и научного сообщества. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.